как ты вели, как ты вели. Тогда поет мой дух Господь себе, как ты вели, как ты вели. Тогда поет мой дух Господь себе, как ты вели, как ты вели. Тогда поет мой дух Господь себе, как ты вели, как ты вели. Великий Бог, когда на мир смотрю я, на все, что ты создал рукой Творца, на всех существ, кого свой свет даруя, питаешь ты любовью Отца. И споем еще раз. Тогда поет мой дух Господь себе, как ты вели, как ты вели. Тогда поет мой дух Господь себе, как ты вели.
Позвал меня ты через воду и стал так близко, все изменил. Ты показал мне смысл жизни, свое спасение и новый день. Бою я нет слов, чтобы описать. Прекрасен в своих путях, о Иисус. Я смел так.
единстве возносим молитвы и возвышаем голоса. Когда мы в почтении склоняем колени, сотворяешь чудеса. Мы твоя церковь. Мы твоя церковь, готовим путь себе вновь. Да будет твое царство здесь, на земле. Спой ему здесь. Здесь хвала и честь, свобода и песнь меняют все звуки небес. Здесь хвала и честь, свобода и песнь меняют все звуки небес. Звуки небес.
что ты можешь делать. Ты Господь чудес. Так много сделал ты, но в большей мере вновь ты сотворишь. Ведь нет темницы, куда б не смог войти ты, и гор, что ты не сдвинул, тебе возможно все. Скажи сейчас. И даже мертвых можешь оживить ты, спасти любую душу, тебе возможно все. И в темноте твой сияет свет, твой сияет свет. Ты Бог пробуждения, надежду дай. Из мертвых ты восстал, ты Бог пробуждения. Победу одержал, воссел на троне, царствуешь вовек. Скажи с силой сейчас. Чего бояться мне? Bye.
темноте Твой сияет свет, Твой сияет свет. Ты Бог пробуждень, надежду дал, победу одержал. Из мертвых ты восстал, ты Бог пробуждень. Если ты веришь, воскликни Ему. Громко, громко, громко нас ждет пробуждение. И оно происходит прямо сейчас. Склоните с долины, вас везде с вершины, склоните с долины, вас везде с вершины, склоните с долины.
грядет, Он грядет, Он грядет. Тебе я мог чистую хвалу.
кажется на мне, плоть разбив мою у твоих ног, чтобы принести тебе я мог чистую хвалу. Ты достоин славу всю принять, в сердце больше, чем могу сказать. Иисус, я так тебя люблю. Моя жизнь Христос, темной ночью.
в изобилии. В этом мире я уверен лишь в том, моя жизнь Христос. Темную ночь и на рассвете, в горьких узлах и свободе. В этом мире я уверен лишь в том, моя жизнь Христос. Моя жизнь Христос. Моя жизнь Христос. Моя жизнь Христос. Моя жизнь.
повелитель всех времен. Мы возносим твое имя, имя выше всех имен. Ты есть Альфа, ты Омега, ты начало. Oh,
Если трудно дышать, мне ты рядом. Ты каждый миг рядом. Каждый миг рядом. Если трудно идти, мне ты рядом. Если трудно дышать, мне ты рядом. Ты каждый миг рядом. Каждый миг рядом. Если трудно идти, мне ты рядом. Если трудно дышать, мне ты рядом. Ты каждый миг рядом. Каждый миг рядом. Если трудно идти, мне ты рядом. Если трудно дышать, мне ты рядом. Ты каждый миг рядом. Каждый миг рядом. Бог сильный, Бог чудотворный, белый взор, за всемогущий. Дал мне больше, чем мои мечты.
свете дня, во мраке ночи, порой я снова оставлял мои попытки, мои старания стать кем-то лучше для тебя. Но каждый раз я слышу шепот в сердце моем, ты навсегда мое дитя. Моя любовь покрыла все, забывая прошлое, простираюсь я вперед. Лишь тебе все новое, ты моя надежда, Бог. Все мои победы я сложу у твоих ног. Лишь тебе, мой отец, лишь тебе все новое, Бог. Тебе все новое, Бог. Ты изливаешь пламя в сердце моё.
если я утоплю, если потухну, ты со мной, Бог. Ты даешь крепость мне, если я изнемо, если нет силы встать, ты со мной, Бог. Если нет силы встать, ты со мной, Бог.
все в руках твоих, все в руках твоих, все в руках твоих. Аллилуйя, Иисус! Аллилуйя! Аллилуйя! Мы прославляем Тебя, Боже! Мы славим Твое имя, Иисус! Аллилуйя! Давайте еще какое-то время вместе помолимся, хорошо? Дорогой Небесный Отец, мы так благодарны за сегодняшнюю ночь, Господь, за то, что мы могли вместе поклоняться Тебе. Абсолютно разные возраста, разные города, даже из разных церквей, Господь, мы здесь сегодня, для того, чтобы прославить Тебя, для того, чтобы сказать, как мы сильно любим Тебя, Боже. Но также мы молимся, Господь, сейчас. Мы молимся, Господь, о нашем поколении. Мы молимся, Господь, чтобы Ты послал, Господь, своего Святого Духа, чтобы Он возбудил внутри нас ревность, Господь, о том, чтобы быть людьми, которые передают, Господь, во Евангелие от поколения в поколение. Я молюсь, Боже, чтобы мы не были поколением, на котором остался Евангелие, но чтобы каждый из нас был готов передать следующему поколению. Я молюсь, Боже, чтобы Ты бросил вызов каждому из нас, показал наше призвание, Господь, дал нам понимание, Господь, кто мы и почему мы в это время здесь живем и что мы должны сделать. Боже, мы просим Тебя, чтобы Ты реально бросил нам этот вызов и помог нам, Господь, принять это, быть смелым и мужественным, чтобы следовать за Твоим голосом, чтобы не бояться, Господь, того, что происходит вокруг, но следовать за Тобой, зная, что если Ты призываешь, то Ты дашь все необходимое, Господь, для того, чтобы исполнить Твою совершенную волю на этой земле. Поэтому я молюсь, Господь, о страсти, молюсь, Господь, о Твоей силе, Господь, молюсь о великой вере, Господь, в наше поколение, во имя Иисуса Христа. Господь, мы благодарим Тебя за это время, которое Ты позволил нам быть здесь, Господь, и славить Тебя, поклоняться Тебе. Бог, мы благодарны Тебе за то, что с разных уголков нашей страны, Господь, мы съехали сюда для того, чтобы искать Тебя, приближаться к Тебе, слышать Тебя, поклоняться Тебе. Боже, и когда мы обратно поедем в свои места, когда мы обратно вернемся в свои церкви, Боже, мы хотим увидеть славу Твою, мы хотим увидеть пробуждение Твое, и мы просим Тебя, Господь, пожалуйста, используй нас. Боже, дай нам увидеть могущество Твое, дай нам увидеть много силы и славы Твоей во имя Иисуса Христа. Бог, я благодарю Тебя за то, что Ты используешь кого хочешь, когда хочешь и где хочешь. И мы сегодня говорим Тебе, Бог, мы доступны для Тебя. Пожалуйста, бери нас, Господь, используй нас для славы Своей. Пусть вся наша жизнь, наша молодость, наша зрелость, Господь, и вся наша жизнь, она будет для Тебя, Бог мой, во имя Иисуса Христа. И мы снова, Господь, хотим просто сказать, мы любим Тебя, мы чтим Тебя, и мы благодарим Тебя. Тебя, Господь, за то, что сегодня мы здесь можем искать Тебя и быть с Тобой. И мы просим Тебя, Господь, дай нам не просто увидеть Твою силу, дай нам не просто увидеть пробуждение, но быть соучастниками в Твоем пробуждении, в этом поколении, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Иисус, я благословляю Твоим именем каждого человека здесь, на этом месте, каждого на сцене, и каждого в зале, Бог. Я верю, что Ты призвал каждого из нас быть Твоими поклонниками не только в этот вечер, но у себя дома, в своих церквях, в своих семьях, в своих домах, в своих школах, университетах, в своих городах и в этой стране. Бог, я верю, что этой стране нужны больше поклонников, и я верю, что некоторых из них, Бог, Ты сегодня нашел здесь, потому что Ты сказал, что Ты ищешь поклонников в духе и истине. И я верю, Бог, что Ты сегодня нашел таких себе. Господь, благослови каждого человека, каждого, кто будет ехать домой далеко, каждого, кто будет ехать домой близко, Господь. Боже, чтобы этот вечер, он не прошел даром, и он повлиял на наши жизни, на наши церкви, на наши города и на нашу страну во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя! Господь, пускай Твой огонь реально горит в наших жизнях во имя Иисуса. Господь, мы молимся к Тебе, чтобы реально то, что мы получили здесь этой ночью, мы могли нести это дальше во имя Иисуса. Бог, пускай Твоя сила, Твое помазание, Твоя
Кровь, Господь, течет в каждом из нас во имя Иисуса. Отец, я молюсь Тебе, чтобы мы реально были наполнены Тобою во имя Иисуса Христа. Как в ту самую ночь или день, когда они собрались вместе единодушно, Ты сошел на них, Господь, и действовал в их жизни. Также молимся, Господь, чтобы Ты действовал в наших жизнях во имя Иисуса. Господь, благословляем церкви, реально благословляем каждую церковь, которая представлена здесь во имя Иисуса. Бог, пускай огонь пробуждения касается каждого города нашей страны. Пускай огонь пробуждения касается каждой церкви нашей страны во имя Иисуса. Молимся, Господь, чтобы реально в это время мы имели способность достигать современное, новое, молодое поколение для Тебя во имя Иисуса. Бог, пускай церкви будут полны молодежи во имя Иисуса. Отец, пускай церковь в это время станет духовным домом для молодежи во имя Иисуса. Мы благодарим Тебя, Отец. Мы верим, Бог, что Ты соединяешь поколения молодых и взрослых вместе в одном теле во имя Иисуса. Мы славим Твое великое имя. Достоин Ты всей славы и хвалы. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аллилуйя. Аминь. И сейчас на сцене находятся все те, кто служили сегодня нам и вместе с нами. Мы служили сегодня вместе здесь. 4 команды прославления, около 50 молитвенных лидеров, спикеры, пасторы, служители. Можно попрошу вас ближе всех сюда, да, ребят? Пойдемте ближе сюда. Там от экрана. Пойдемте ближе сюда, ребят. Они уже ничего не слышат. Ну, понятно, все нормально, да? И тогда, знаете, мы хотели бы закончить эту ночь такой, знаете, песней, которая уже стала, ну, классикой, наверное. Я не буду говорить, какая песня тогда, да? Благодарю. Да? И мы хотим закончить общей песней вместе тогда. И сейчас время для того, чтобы реально славить Бога от всего своего сердца, как царь Давид. Аминь. Аллилуйя. Каждый день, каждый день, о-о-о, я бегу.
смысл жизни.